Всем привет! Что мы сейчас? Ай, Ливсик, предложим тебе. Кизил. Томик уже одобрил. Ждем от тебя вердикта. Что ты мне скажешь? Как тебе нравится? Ну, что ты крылышком своим делаешь? Вкуся? Ага, я поняла. Пытаемся добраться до косточки. Вкусно? Ну как? Ну, косточка явно понравилась. Вот и занятие нашла. У меня целый килограмм. Будешь щелкать. Ясно. То есть Томочку интересуют сами фрукты, ну, сами ягодки, а Лисика интересуют косточки. Понятно, чего и следовало ожидать. Любитель орешков, косточек и всего-всего такого, что можно клювиком разломать. Но бери, бери, мне не жалко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!